Дочка, выручи 5 рублей. У меня нет. Подожди. А куда ты? Ты вот видишь этот сарай? Вот заревек ядреной матери. Что ж вы к девушке привязались, а? Стой. А куда же ты? Я тебе 1000 дал. Да, 2 ты мне дал вообще. Да? Лина. Ноги вам привет! Как я тянул тебя! Ой, как я тебя давно не видела! Он мне, папа, умер 2 года назад. А у меня тоже мама умерла. Что с ней? Рак. Врачи не могли ничего сделать. А я даже на похоронах отца не была. Узнала о его смерти, когда его похоронили. Мы приехали с Леонардосом, он уговорил мне продать квартиру, а я дур согласилась. Теперь вот, вернулась. А что с мужем? С мужем? Повод для продажи квартиры был рассчитаться с долгами, которых у него к тому времени было море. А как получил деньги, так и исчез. А ты давно замужем? Я не была замужем. А это кто заставляет? Да что вы все? Я ношу хиджаб, потому что не могу по-другому. Потому что у меня есть на это свое право. Ты теперь, значит, все в молитвах, в мечети, в Боге, да? Мы живем той же жизнью, просто соблюдая законы Создателя. Кстати, после окончания Исламского института я поступила на юрфак. Да, буду адвокатом. А ты где живешь? Я комнату вообще жить снимаю. Ну и как? Отлично. А в каком? Ой, далеко отсюда. Ты не знаешь. Это Элико. Да. Слушай, приезжай ко мне. И это не грех. Да нет. Заходи. А, вот твоя комната. Классно. Смотри-ка, здесь ничего не изменилось. Да, все так же, как у нас в детстве. Может быть, это слишком скудно для тебя. Но мне ничего лишнего не надо. Перестань. Ты что? Это были лучшие годы нашей жизни. Помнишь, твоя мама говорила? Эй, девчонка, будете вспоминать еще это время. Ну вот, здесь тебе будет хорошо. Угу. Располагайся. Так, сейчас позавтракаем. Я на стол накрою. Ты, кажется, сегодня не работаешь. Да, 2 дня еще целых твоих. Отлично.
А ты не могла бы сходить со мной к Тимуру Ильхамовичу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Калихуаллаху ахады. Аллаху самады. Лям ялид ва лям юлад ва лям якул лаху куфуван ахад. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун. Вассаламу аляль мурсалин. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Я раббам, өзінің ризалығың үшін оқылған ұшпы құранның кемшіліклерін ва хаталарын өзінің зур рахметтің білен ғафу етіп, өзің дұрыслеп қабыл етсен еді. Амин. Спасибо, қызым. Нельзя плакать, матура. Маме ведь хорошо стало. Конечно, моя радость. Скажи спасибо Нагим апе. Она такая добрая. У нее и подруга хорошая. Тебя мама научила молитвам? Нет, когда я начала читать намаз, она думала, что это ненадолго. Да. В течение подросткового возраста. Когда я начала носить платок, она очень долго меня отговаривала, но потом поняла, что от этого нет ничего плохого в этом. Как вы это читаете? Очень просто. Да. А можно читать молитвы, не зная этих букв? Можно. Только надо знать, как она звучит. А вы напишите мне, я буду читать ее для мамы. Ты действительно этого хочешь? Да, кузен, не мешай гостям. А как ты моешься? Моюсь? Ну да, в ванной купаешься как? Тоже в платочке? Так же, как и ты. Голенькой. Хорошо, что татарские поминки проходят без спиртного. Это очень хорошо. Раббиль галямин. Галямин. Эр-Рахманир. 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 Рахим. Рахим. Выспалась? Ты уже какой день встаешь, ни свет, ни заря. Я всегда так. Вот делать нечего. Нужно до восхода солнца прочитать намаз. Вот делать нечего. А кофе пить не греховно? А на Тимура Ильхамовича заглядываться тоже не греховно? Он всего лишь мой ученик. Да ладно, ладно. А он мужичок ничего, солидный. И мать была врач в роддоме. А вы что, знакомы были? Нет. У меня подруга у нее работала. Болтушка ты. Ладно, я побегу. У меня сегодня экзамен, потом дела. Так что хозяйничай здесь сама. Не забудь посуду помыть. У тебя сегодня вечером встреча с Тимуром Ильхамовичем? Нет, его день завтра.
совсем приятно, что за сыр лежит холеная колбаса. Тогда скажи ей об этом. А вдруг обидится? Ничего обиднее. Вон, ты хозяйка. Твой порядок. Ну, не знаю. Привет, детка. Привет, Артур. Иди сюда. Я на работе. Сюда иди, сказал. Опять на понтах? Значит, подруги живешь. А тебе-то что? Когда деньги отдашь? Скоро. Скоро для меня не катит. Дайте 48 часов на пионерские сборы. А иначе с тобой будут общаться мои чуваки. Давай поговори. Запахи! Я ужин приготовила. Давай к столу. Вау, а что за пишество? Все по правилам. Курица халяльная. Отлично. А по какому поводу? Просто захотела сделать тебе приятное. А я экзамен сдала. Ладно, я сейчас. Как маленькая. Вот так и ходи. Ирина, мы же уже разговаривали на эту тему. Давай больше не будем, хорошо? Хорошо. Знаешь, я сегодня ходила к святым мощам в храм. А в исламе можно обращаться к святым со своими просьбами? Мусульмане никому не обращаются, кроме Всевышнего. Знаешь, я уж сама запуталась. Я вроде по рождению мусульманка, а хожу к мощам. Наверное, поэтому мне в жизни ничего не складывается. Интересный вкус. А мусульманин может обращаться к Христу? Ты готовила курицу, выпивая? Нет. Это курица по-гречески, в винном соусе. Блин, а ты облила курицу вином? Да. Ну тебе ж понравилось. Блин, ты понимаешь, что из-за тебя я совершила грех? Чего тут греховного? Ты же татарка. Ты же с детства должна знать, что в исламе алкоголь запрещен. Тоже мне строит из себя святую. Что ты сказала? Ничего. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين سبحان الله. Когда вы успели выучить суру Фатиха? Дочка научила. Машалла. Сегодня гораздо лучше. Шукран. Айсулу! Да. Тебе удалось переговорить? Она отказалась. Ну, тогда про поступление придется забыть. Как, Тимур Ильхамович? Айсулу уходит? Да, ищет себе замену. А давайте я с Линой поговорю. А что, ей нужна работа? У меня подруга приехала из Греции и ищет хорошую работу. Здорово! Ну вот, Нагиму и благодари. Ты нашел книги? Нет, зачем? Зачем покупать? В выходные схожу в библиотеку возьму. Извини, какие книги тебе нужны? У меня у родителей богатая библиотека осталась. Вот, посмотри, все это нужно перечитать.
вспомнить школьную программу. Чехов. Достоевский. Идиот. Зайди ко мне завтра, я посмотрю все, что есть. Ма-саляма. Глияпа, ассаляму алейкум. Это Нагима. Глияпа, если женщина оставила ребенка в роддоме 4 года тому назад, можно найти этого ребенка? А если очень нужно? Сегодня к 3? Да, смогу. Хорошо. Хорошо, я буду. Да. Спасибо, Глеба. Алейкум ассалям. Добрый день. Сестра, вторую капельницу. Сейчас каждая седьмая женщина бросает своего родного ребенка. А некоторые это делают многократно. Стерилизовать бы таких. Как ее звать? Лина. Нигматуллина Лина. Какого года? 2002. Лина Нигматуллина. 10 августа. Девочка, 3500. Состояние удовлетворительное, мать отказалась. В возрасте 2 месяца девочка направлена в дом ребенка номер 2. Спасибо, Глеба. Глеба, только Тимуру Ильхамовичу ничего не говорите, хорошо? Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы вызывали? Да, да, Мария Мапа, проходите. Хочу с вами посоветоваться. Мария Мапа, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мусульманкам? Я и сама мусульманка. Ну да, это по рождению, вы татарка, но вы же намаз не читаете? Я молитву знаю, намаз не читаю. А как вы отнесетесь к тому, если я возьму на работу девушку, симпатичную, 23 года, но она ходит в платке и читает намаз? Я думаю, что ничего плохого в этом не будет. Спасибо большое, Мария Мапа. Спасибо. О, мама я! О, давай вставай. Нагима, а почему ты всегда носишь платок? Потому что я мусульманка. Ты такая мусульманка? Мусульманка — это женщина, которая верит в Аллаха. Ты такая Аллах.
Аллах, это Бог. Ты. Всевышний. Сережа, Сережа. Правильно, Альберт. Который создал всех. Все на земле. Тебя, меня, Альберта, Сережу, Сережа. И вообще все вокруг. Опа, здрасте. Ну ты как поняла, от меня скрыться нереально. Артур, дай мне еще пару дней, я отдам. На-ка, посмотри-ка сюда. Видишь номер своего толстопуза? Вот он поугарает, когда узнает, что ты работаешь в моем досуге. Кстати, я про вашу левую тему с Арабами тоже знаю. Нехорошо, Леночка, нехорошо, а? Ты же как-никак лицо фирмы. Какая ты мразь. Подожди здесь. Кем работает твоя подруга? Что? Я тебя не слышу. Кем работает твоя подруга? Учительницей. Здесь 15 тысяч. Может, займемся любовью? Я бы долг простил. Хорошо. Не забывай про тему с арабами. Ну, с окончанием первой рабочей недели. Спасибо. Вы были сегодня в мечети? Да. А откуда ты знаешь? Дочка звонила. Спрашивала, не пришел ли папа. Совсем забыл. Я же ей обещал сегодня мультик купить. Я тоже выросла только с отцом. Понимаю, как нелегко девочке. Мархаба. 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 Я не вовремя? Нет, я тут как раз объяснял Лине, рассказывал Лине, что ходил сегодня в мечеть на пятничную молитву. Субханаллах. Но забыл просьбу дочери купить исламские мультики. Прости меня за все. Просто у меня сейчас очень трудный период в жизни. Все одно на одно. Я не знала, что для тебя это так важно. Он не смотрит на меня, как на женщину. Он видит во мне лишь учителя. Ну, он совсем другой. Ты права. Надо взять себя в руки. Как намилены и милины, испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Что это? В подшефтом детдоме карантин. Изолятор переполнен. Милечку хотели отправить в больницу, но здесь ей будет лучше. Понятно. Подежурь вместо меня. Я намаз почитаю.
Бери этот снег. Не хочу этого снега. Нагима просила провести уроки арабского у нее дома. То есть? Она не может оставить ребенка. Какого ребенка? Ну вы же знаете Нагиму. У нее свои заморочки. Слушай, а может на эти выходные съездим, искупаемся? Юля, как твои дела? Тебе же штанишки мокрые, ты в туалет ходишь. Ну хорошо, а поехали в город. Сегодня же выходной. Поехали? أنا من مدينة قزان. هل أنت مدير؟ Теперь мы приехали обратно. Вильчика, хочешь сюрприз? أنا مدير. تشتغلون. Ну как? Нравится? Нормально. Прохладнее! Сейчас они закончат заниматься, а мы пойдем пить чай. Аштагилю биттиджара. Вкусно. Вильчик уснула. Сегодня очень часто используется слово «исламский экстремизм». Но люди, которые это все совершают, они лишь прикрываются именем Всевышнего. Они порочат ислам. Слушай, Нагима, а что должен делать мужчина в исламе, если хочет жениться на любимой девушке? Он должен сделать предложение этой девушке, а затем познакомиться с ее родителями. Ну а если нет родителей? Если нет родителей, то познакомиться с ее родственниками по мужской линии. В любом случае, право на выбор остается за девушкой. Что это? Паспорт твоей подруги. Откуда он у тебя? Неважно. На тебя же бомжа кредит оформить невозможно. Я оформил кредит на твою подругу. Совсем рехнулся? Не суетись. Она все равно не знает. Ты придурок. Ты. Могу помочь. Как заработать деньги быстро. Ты хрен. Смотри от нее. А это что за пугало? Так вот, все нормально.
мой паспорт. Кто этот тип? Мой старый знакомый сутенер. Сутенер? Что мой паспорт делает у него? Я тебе все объясню. Что ты объяснишь? Что ты объяснишь? Знал бы твою сущность, Тимур Ильхамович. Тебе платок спал. Воровка. Иди, иди. Замаливай грехи, ангелочек хрены, добродетельница. Не нужна мне твоя квартира. Масалям. Привет! Здрасте. Ты что, ночевала здесь? Да, так получилось. Ну и что у вас там с подругой случилось? Мне надо поговорить с вами. Ну, не таким же похоронным голосом. Арабы, которые приезжали на прошлой неделе, заключают миллионный контракт. Поздравляю. Это потом отметим. Ну, а у тебя что случилось? Я влипла. В смысле? Мой знакомый, мой давний знакомый, у которого я занимала деньги, украл паспорт Нагимы и оформил на нее кредит на большую сумму. Солидный дяденька. Он бандит. У него публичный дом. Он мне угрожал. Так это пимп Артур, что ли, со своими красотками? Ты его знаешь? Ну и сколько ты ему должна? Теперь не ему, а Нагиме. 11 000 долларов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Да. Пускай приходит домой. Мы с девочкой, иншалла, будем ее ждать. Только не говори про кредит, пожалуйста. Хорошо. Массалям. Ну вот, решили мы твою проблему. Тимур, я не хотела. Чего ты не хотела? Я не хочу, чтобы ты думал, что я пользуюсь твоим отношением. Но мне это очень надо. Ну, раз надо, пользуйся. Ты не так понял. Ничего я не понял. Мне надо сейчас уйти. На свидание. Да. Помнишь, я тебе говорила про дочь? Я ее нашла, и мне надо к ней. Ну, почему ты решила, что мы не можем поехать туда вместе? Вместе?
Ну да. А на обратном пути заехать к Нагиме. Ну что ж, пойдем. Учти, разговаривать буду я. Из чего вы взяли, что ребенок находится у нас? Понимаете, мы бы хотели удочерить именно этого ребенка. А процесс удочерения очень долгий. И вам надо будет собрать очень большое количество документов. Понимаю, но я вполне здоровый и состоятельный человек. У меня собственная фирма. Хорошо. Мария Мапа, приведите, пожалуйста, Нигматуллину. Здесь хотят с ней познакомиться. Хорошо, спасибо. Вы знаете, девочку забрали на выходные. Как? А вы не переживайте, в понедельник она будет на месте. Ее зовут Нагима? Ну, девушка, которая забрала ребенка, зовут Нагима? Детей часто забирают на выходные. Она мусульманка? У нас многих так забирают. Спасибо. До свидания. Знаешь, Лена, благодаря Нагиме я самое главное понял. Надо научиться любить. Даже не рассчитывая на взаимность. Ты думаешь, она тебя любит? Прожив с ней под одной крышей, ты так ничего не поняла? Тимур, что с тобой? Тимур, ну что с тобой? Деньги можешь оставить себе. Тимур, подожди. Прости меня, пожалуйста. Он угрожал мне. Тимур, он меня запугал. Тимур, я его боюсь. Подожди, Тимур. Тимур. Тимур, подожди. Тимур. Тимур, подожди. Тимур, пожалуйста, подожди. Тимур, прости меня, пожалуйста. Тимур, я тебя люблю, Тимур. Слишком рано мы перешли на «ты», девочка моя. Тимур, возьми деньги. Это твои деньги. Да подавись ты своими деньгами! Дайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Лина! 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 Нет, Лина! Лина! Нет, Лина! Милечка, я бы тебя никому не отдала. Мы бы жили с тобой вместе. Но это твоя мама. Настоящая мама. Она искала тебя всю жизнь. Миля! Кто искренне к Аллаху лик свой обратил, кто делает добро на промысле Господнем,
найдет у Господа достойную награду. На них не ляжет страх, печаль не отягчит.